Александр Иванович, ну, прошел спарринг с белорусским Неманом. Какие ваши первые впечатления о прошедшем поединке? Мы играли с хорошей командой. В общем, Неман сейчас входит в число лучших команд Беларуси. Достаточно интересная, сыгранная команда. Играет давно, в общем-то, с этим составом. Вот. Мы достойно выиграли. Немножко в начале так не разобрались, там, так, полумоментов пару было поначалу. Потом, в общем-то, контролировали игру. Единственное, не хватало завершающей стадии. К сожалению, пока и Антипик, и Погребняк, в общем, так, хотя старались, вопросов нет, но где-то не хватает последнего паса, последнего завершающего удара. А так, в целом, игра в обороне, игра в средней линии, с учетом, что у нас так, сейчас большие кадровые проблемы, но они и большие, просто не хочется усугублять микротравмы, поэтому в следующей игре немножко так уже народ подойдет, и будет вариант состава, можно будет варьировать состав уже. Александр Иванович, сегодня один из двоих футболистов, который у нас сейчас на просмотре находится, провел полный матч. Какие у вас впечатления о Бирюкове? Ну, в общем, такое неплохое впечатление произвел. Ну, я думаю, что он может лучше играть. Все-таки первая игра, и так, как говорится, с листа, и целую игру сыграть. В общем-то, неплохое впечатление. Так и по тренировкам произвело впечатление. Будем дальше смотреть, там уже определяться. А с чем связано то, что Фомичев на поле так и не вышел? Ну, связано с тем, что замена должна быть играть чего-то. Просто, что вышел человек, то так, в общем-то, варьировали всякие варианты по ходу игры из того, что, в общем-то, есть в наличии. Группа игроков, как раз средняя линия, она, еще раз говорю, так, микротравма, и хочется уехать. Они готовы были сыграть со Шпаков, и там Дубровин все мог сыграть. Ну, зачем это говорить? Сейчас идет подготовка к сезону, и основная игра у нас впереди. Замена Бекетова, это запланированная замена или она связана с тем, что нет, вот он Бекетов получил травму, она не запланированная, замена была, вышел Щеглов, в общем, достаточно неплохо вышел Нефтулин тоже, центральная зона. Так что, так, с учетом того, что еще раз тех проблем, которые есть, игроки, которые состава, и Нежелев, и Дубровин, и Шпаков, это, в общем-то, и Шарипов, как раз игроки средней линии, и, хотя еще раз говорю, поначалу не удавался переход из обороны в атаку, потом стали контролировать ситуацию, достаточно плохо выходили, имели там интересные ходы через центральную зону, и, в общем, не хватило последнего, как говорится, завершающего удара. Повреждение Бекетова неизвестно, насколько серьезно? Я не могу сейчас сказать, это нужно следовать врачам. Не думаю, что серьезно, хотя черт его. Дальше команда работает также в двухразовом режиме? Да. Да, мы и сегодня тренировались, будем так говорить, вчера двухразовом режиме, это уже нормально. Потому что основная задача подготовки сезона. Контрольный игры для того, чтобы посмотреть разные варианты сочетания игроков в хорошей игре. Считаю, что игра такая была боевая, динамичная. Еще раз говорю, так, много информации.